Огромный ровный квадрат, аккуратно выложен на реке Томь. С таким художественным материалом Малевичу работать не приходилось. Геометрическая фигура состоит из 105 зарядов взрывчатки. Свое дело подрывники любят. Говорят, результат налицо. Ну, работа у нас такая интересная. Вот и нравится творческая работа. Мы к нему подходим с особым интересом. Запланированный взрыв собрал массу любопытных. На импровизированных смотровых площадках они устроились аж за час до события. А вот на реке остались отчаянные. Владелец снегохода катался около острова, видимо, желая оказаться поближе к эпицентру. Берег оцепили полицейские, проход запрещен. Минуты ползли медленно, и, наконец... Взрывают лед специалисты ГО и ЧС каждую весну перед вскрытием реки. В этом году, несмотря на то, что осадков за зиму выпало меньше, работы проводились в обычном режиме, и количество взрывчатых веществ осталось прежним. Освобождение опор моста для спокойного пропуска ледохода, чтобы лед не по опорам бил, а уже проходил мимо них. К сожалению, прецеденты разрушения мостов из-за ледохода и в России, и за рубежом уже были. Поэтому, несмотря на то, что при взрыве глушится много рыбы, спасатели перестраховываются, ведь человеческие жизни дороже. Мария Каратеева, Алексей Зайцев. Новости моего города.